Итак, всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на просторах замечательного портала канала «Помидорка за решеткой». Сегодня у нас игрушка из раннего доступа World of Diving, стрим по ней. В пучины страшного, ужасного, ну, но завораживающего подводного мира отправлю сегодня я, ну, то есть я буду играть, Владимир Иванов. А на комментариях будет сидеть Денис Гаврилов. Всем привет! Да, всем здрасте! Да, кому интересно, я по-прежнему болею, только сегодня все... Возрадуйтесь все, кто заботился о моем здоровье. Сегодня у меня кружечка морса и нарезанный лимончик. Да, в общем, как я уже сказал, игра из раннего доступа, поэтому много чего тут еще не доделано, но все, что уже есть, уже так это довольно интересно. В чем еще очень хорошо... В том, что разработчики сами пообещают, что мы, говорит, сделаем каждое погружение, исследование одного какого-то корабля или какого-нибудь там, ну, крушения, то есть на основе реальных событий. То есть все корабли, которые здесь представлены, они реально существовали, так и затонули, так сказать. Ну, кроме вот этого брони, ну, наверное, мы, наверное, с него и начнем. Начну я публичную игру. Тем временем у меня сломался браузер. Замечательно. Да. Сейчас придется флешплеер переустанавливать, потому что у меня HTML5 не распознает почему-то. Так что сейчас все сделаем. Так, быстренько, чтобы меня не отвлекал скайпец. Точно, спасибо, что напомнил. Вот. Что? В первый раз, когда начнете игру, вам предложат сначала пройти такую обучалку, где вас научат, как с фотоаппаратом работать, как жесты показывать и всякие такие штуки. Дальше у нас есть что? Customize character. То есть можно кастомизировать что-то, то есть там гендер поменять, пол, скин, прическу. Но пока тут все довольно мало, то есть можно либо простую прическу там, либо хвостик сделать. Ну, у меня, конечно же, хвостик. Я, конечно, играю за девушку, за зеленую, за женщину Халка. Кто был у меня на канале, видел, как я ее делал. Сделал. Да, сделал. Это создал. Починил. Так, ну, гир, собственно, это вот одежка. Ну, как видите, за бесплатно мало чего дают, но вот тут есть за бабло, собственно. За 100 дублонов, которые вы находите, пока шаритесь по подводным просторам. Вот я сейчас, может, 150. Блин, ну вот у меня 36 всего, это мало. Эквип? Нет, не эквип, нет, не хочу. Вот, тут довольно такие забавные костюмчики. Да-да-да, всем привет, друзья. Голос. Так, всякие маски есть. Ну, я вроде типа как в стандартной. Вот, что еще это хочется сказать. Игра затачивается под Oculus Rift. И это прям очень замечательно. Прям мечтаю уже поиграть в это в Oculus Rift именно. На самом деле мне предлагали вчера эту игру подарить, чтобы я с тобой поиграл, но я отказался. Неудобно стало. Я себя церковью почувствовал немного. На, ну бывает, бывает, да. Ну, на самом деле, мне тоже игру подарили, так что все. Все будет тем. Так. Да. Эквип. Так. Сейчас я 1080 переключусь. Вот, не важно. Так, что у нас. Ну, я пока просто инвентарь показываю. Так как в игре довольно мало геймплея, как такового, там приходится плавать и все. Я буду стараться отвлекаться на вещи, которые тут вообще есть. То есть такой. Что-то типа work in progress обзор будет. Это тут, как я вижу, есть какой-то шлем Oculus Rift. Да, она под Oculus Rift затачивается, что самое. Или это Project Morpheus. Нет, там Oculus Rift именно. Не, а маска Oculus Rift-овая. Ладно. Я тебе говорю, да, это Oculus-овская именно. Под Morpheus там хрен знает, потому что черт знает, выйдет ли она. Ну, в принципе, она под консоли вроде как более-менее заточена, потому что тут можно играть с геймпада, что я и делаю. Да, как я посмотрю. Вова, отлично получился обзор Hearthstone. Да, я прям старался. У меня сейчас в последнее время обзоры рождаются в муках. Ну, не в муках, а очень долго так. Поэтому вот на Hearthstone я прям, да, старался. Хотелось сделать.
Мне послышалось внуках. Ну, отчасти. Так, и мне всякие... В общем, я практически все, наверное, уже посмотрел. Вот тут много закрытого, типа кастомайз лодки, наверное, будет. Какие-то еще приспособления. Тут вот на загрузочных экранах, я бы дальше потом покажу. Или не покажу. Ну, в общем, когда потом между картами будем переходить, там показывают, на сколько процентов разработчики что-то в игре сделали уже. Ну, то есть... Там, например, 37% advanced камера, короче, ну, улучшенная камера. А, металлоискатель, вот они все делают, там обещают, что сможете там по глубинам лазить и что-то искать. Но все это, в общем, фигня. Сейчас мы... Так, как выйти-то? А, все, короче, погружаемся. Давайте. Спрашиваю, тут есть Кракен? А, не видел, но, наверное, сделают. Follow the... Вот, видите, короче, тут... Разные карты, разные глубины, ну, то есть разные места для погружения, и то есть они все в основном такие, ну, дневные, а... есть одна ночная. Но вот как видите, то есть не видите, потому что, значит, где-то в радиусе 3-4 метрах не видно ни черта. Когда мы начнем играть? Вот, все, я уж погрузился. Я уже сейчас плыву. А, так, как насчет дня, ну, смотря сколько лайков ты поставишь. Так, играете уже, подвисает. Да подожди ты, нету Кракена. Не подвисает, неправда. Не подвисает, я смотрю. Блин, опять. Держись. Я смотрю, тут ничего не виснет. То есть у меня стрим идет нормально. Да, все, у меня все правильно. Так. Ну, я вот не знаю, может попробовать присоединиться к тебе? А у тебя есть, да? Ну сейчас. Ну, у меня Алина. Открыт... Ну ладно, давай, я все-таки соглашусь. У меня открытая игра, как бы. Ну сейчас. Так. А, ее онлайн. И она не ВКонтакте. Ну, короче, да, я согласен. Скидывай. Так, ну, в смысле, давай. Подари. Вот. Daily Mission. Давайте отправимся на Daily Mission. А, что тут еще? Да, я сейчас буду вообще просто все рассказывать, что это, что тут есть. Вот есть такое приспособление, как Dive Computer. То есть он вам показывает, ну, то есть тут можно листать миссии, ну, короче, что-то где доходит, находятся какие-то определенные важные вещи. Вот сейчас подождите, можно... пожалуйста. Так, потерял. Саша Синегузов. Сейчас, по-моему, ты в бан идешь за еще одно такое сообщение. Пал? Все, продолжай. Ну, вот, мне не обязательно было объяснять, да? Ну, ладно. Вот, короче, показывается здесь distance, то есть расстояние. Все как обычно в американской игре в футах гребаных, не в нормальных человеческих метрах, поэтому приходится немного подсчитывать. Но это не суть. А, вот расстояние, видите, мы приближаемся поближе уже. А, тут внизу маленький этот, как называется, со стороны север, юг, запад. Компас, да, вспомнил я. И внизу depth, вот глубина, это наша глубина, а вот где distance, рядом там глубина с нашей цели. Собственно, нам сейчас же не надо. Вот есть ракушки. Когда открываешь ракушки, ракушка там может оказаться изумрудик, как это? Жемчужина. Жемчужина. Вот, думаю, что в ракушках лежит? Песчинка на самом деле, или червь, которого они перламутром обклеили. Да, короче, вот такая штука там лежит. Кстати, может лежать. Один фут это 0,3048 метра. Вот. Еще треть метра, понятно. Почти, да. О, так ты, значит, типа в треть больше в метрах проплываю, понятно. Что хотел еще сказать? Вот, тут есть, ну, вот эти вот ракушки, в них могут быть, да. Как мы уже определились, что там может быть. И за вот эти вот штуки, за жемчужинки, можно там всякие вещи покупать. Ну, еще можно покупать за дублоны, которых очень сложно найти. И там надо какое-то неимоверное их количество. То есть там даже 100 штук, это уже довольно сложно. Вот я вот наиграл часов 3, наверное, не знаю, или побольше. И уже просмотрел все карты, почти все выполнил. О, кто-то ко мне плывет. Как посмотреть-то, кто со мной играет? Черт, не знаю. Ладно, возьмем. Не, давайте подождем нашего приплавленца еще одного. Ну, как видите, игра красивая, довольно-таки. Тут тупо разглядывать текстурки и все, что ли? Ну, тут есть задание.
типа пофотографировать. Вообще акцентируется на кооператив и прохождение именно в Окулюс, что ты такой прям погружаешься куда-то в глубину. Спрашивают, есть Титаник? Титаника пока нет, обещали. Так, 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 так. Ну, ладно. Что-то долго к нам парень плывет, не знает, что можно использовать кое-какие штуки для бустов. Возьмем миссию. У нас 2 минуты, чтобы найти какой-то ящик. Спрашивают, Владимир, будешь играть в Hearthstone вне записи? Вне... Ну, наверное, скорее всего, все не запишешь, так сказать. Скорее всего. Так, в общем, что тут? Вот инвентарь. Инвентарь очень, ну, довольно-таки удобный для геймпада. Сколько мы получаем за стрим? Я получаю 1 кексик. Я работаю за еду. Так. А, вон. Вот, это прикольно. Короче, тут задания, они, вот, дейли и мишены, они рандомятся, а челленджи, они, то есть, остаются закрепленными, пока ты их не выполнишь. И вот тут довольно прикольный момент, что этот сундук, этот не сундук, ящик этот, он на, собственно... На наконечнике рога нашей брони. Вот так. Она. Надо что сделать? Надо сфотографировать. Так. Помидорка, Помидорович? Не, ты что, не будем на комменты отвечать? Зачем вообще? А что тут за звери есть? Звери исключительно подводные. Сейчас будем кого-нибудь искать. Да. Сейчас. Что-то да, я пока плыл, никого не заметил. Сейчас мы куда-нибудь еще поплывем. Кого-нибудь встретим. Так, не забываем, что у нас скуба-скутер, на котором можно побыстрее передвигаться. И бустовать свою скорость. Так. Сейчас. Ну, в общем, я пока хочу корабль показать. Вот, чем тут хорошо. Его можно исследовать. Вот, видите, тут корабль старый, тут эти выходы под пушки. Короче, что-то, наверное, из того, что Дима в прохождении Assassin's Creed 4 Black Flag затопил. Вот он такой. Мне кажется, канал... Ой, блин, канал. Корабль не просто так, брони называется. Да, так я тебе говорю, я показал на этот нос, ну, там пони. Прям. Пони. Да, да, да. Это, ну, я говорю, вот он единственный, который просто для фанатов ввели такой. Да. Вот, можно там внутренности корабля рассмотреть. Ну, тут довольно, вот говорю, довольно красивенько. То есть, такая... Внутренности пони. Да. Игра по большей мере созерцательная. Да. Да, так что можно спокойно трындеть обо всем. Ждем ли мы Middle Earth Shadow of Mordor? Metal Earth? Тебе показалось. Ну, я заболею, мне можно. А, да, ну, конечно, обязательно. Во, вот, только выпали, сразу рыбы поперли. Ой. Да, обязательно жду, скорее всего, будет обзор. Я прям дико жду. Да, я тоже обязательно куплю. Вот, видите, вот они рыбки. Разработчики сейчас обещают, что вскоре будет взаимодействие с ними. Ну, то есть, как минимум, можно будет покататься на черепахе, там, погладить дельфина, там, чтоб акула вам пинус откусила и так далее. Весело, да. Да, ну, рыбки вообще клево. Единственное, я вот очень бы хотел... Я люблю, когда в играх можно третьего лица по возможности переключиться. Но тут, наверное, единственный раз, когда мне этого делать не сильно хочется. А спрашивают, насколько хуже подводный мир, чем в GTA, чем тут? Ну, это несравнимо немного, потому что подводный мир GTA я видел очень мало. Ну, вообще, тут очень круто. Ну, серьезно, мне нравится. Тут мир как бы, он на тебя реагирует. То есть, к рыбке подплыл, она сразу тебя сваливать хочет. Физика у нее, ну, то есть, это как-то анимация у нее хорошая. Единственное, акулы на вас не нападают почему-то. Ну, мы еще встретим, наверное. Даже если самому в рот к ней заплыть. Да, я прям это тут есть, собственно, показываю еще. Тут есть такие веселые приколы. Когда играешь в коопе, то есть, нет как такового чата здесь. А надо как-то с людьми общаться. Есть вот такие штуки, типа, показать, типа, мол, вон там парень, вон та штука, которая нам нужна, вон там. Такой, вон там. Показать пальцем. Есть еще всякие жесты. Типа, они у меня на дампаде, на дипаде. Здесь типа там, окей, все, чувак, круто. Есть типа, ай-яй-яй, не подходи ко мне, я не такая. Есть что-то, есть подходи, я такая. И что еще, какая еще? Спрашивают. Есть просто привет. Спрашивают, до скольки кооп тут? Зависит от карты. Вот это вот средненькая карта, здесь на 4. Есть большая карта с подлодкой.
там до 8. Ну, ко мне пока мало кто присоединяется, ладно. Вот, что еще круто, в игре видно собственное тело. Вот, я сейчас такой назад поплыву. Блин, нет, неудобно так. Вот так вот. Да, блин, вот так вот. Вот, вот видно собственное тело, ты так плывешь куда-то вообще. Можно сисяндр поразглядывать чуть-чуть. Стрим будет идти 2 часа. Ой-ой-ой, ау. Я как, каким-то образом умудрился прокусить место под языком. Бывает. И вот я понять не могу. Но я думаю, это такой стрим, на котором говорить обо всем. Можно, да. Да, и передавать приветы всем. Вот, вообще. Ну, видите, все отлично. Тут, например, как минимум, все отлично сделано с освещением, с глубиной прорисовки. Вот это. То есть, ты чувствуешь, что ты в воде, что тебе надо определенное количество проплыть, чтобы что-то разглядеть. Вот, видите, корабль, просто по нему вот эти вот солнечное отражение идет, так переливается. Очень круто. Что означают жесты, мы уже говорили. Да, тут как так, как здесь чата нет, тут очень нужны жесты. Да. Вот, видите, пушки тут вообще, корабль, видать, затонул не по своей воле. Ребят, а вы будете играть в Brutal Legend? В чё еще раз? В Legend? Brutal. Да. А, было, по-моему, Brutal Legend, не ошибаюсь. А, нет, вру, это я попросту на стриме. Не знаю, ну, может быть, старая уже игра. Да нет, какого она года? Ну, сейчас. Типа года 2 ей, наверное. Сейчас, погоди. Или 3 даже. Brutal Legend. Видите, вообще крутой корабль, здоровый. Brutal. Три ну, мачты. Вообще, когда она вышла? Она вышла в 2009 году, но на этих... На консолях, да. Видишь, говорю, что старая. Ну так она в этом-то она вышла. Когда? Совсем недавно. Года полтора, наверное, если тебе это недавно. Ну недавно, но не так давно. Да и давно, вот... да никому уже не интересно. Ну я вообще считаю старой игрой, допустим, это флешбэк. Ну это да, это старая игра. Ну вот, а все остальное не такое уж старое. Ну, не знаю. Вот NHL 2010 для тебя старая? Да нет. Ну, вот зря. Ну, я могу назвать старой, допустим, тот же Getting Up, который там в 2005. Старый, да. Да. Вот он старый. Underground 2, Tony Hawk, мы с ним и стримили, вот он тоже старый. Ой. Тут на самом деле много. Для меня Pro Skater 3 еще даже не особо старым считается. Потому что я его люблю сильно. Ну вот. Ну тут да, немного другое. Так, вот, Ракушечку, давайте. Я также этот не считаю Vice City старым, потому что хотя он в 2002-2003 вышел. Ну, в общем, это очень сравнительно. Вот, нашли Ракушку и нашли дублончик. Вот так он находится. 1 из 20 на локации. Вот ищи. Они рандомно каждый раз раскидываются, так что хер пойми где. И у каждого игрока они свои. Так что если там вы там играете в коопе, и вам чувак говорит, типа, о, я нашел дублон, иди сюда, ты приходишь, а там ничего нет. А, так, Владимир, классный обзор получился по Хардстоуну, но есть одна маленькая ошибка. Не Утер говорил, сначала убей, потом рассмотришь, а Артес. Утер говорил, ты чё? Парень, я помню, это Warcraft 3. Сначала... А, или наоборот. Ну, не суть, короче. Ой, что такое? Посмотришь. А, я Living Simulator Area. Посмотришь. Убить тему. Что? Не, у меня вообще-то было такое полное ощущение, что все-таки это Утер сказал. Ну, не знаю, мне Warcraft, конечно, восстановлен, но проверять не полезно. Ну, не суть, короче, Утер участвовал в этом диалоге. Так, привет, помидорка. Так, блин, жалко, я все челленджи выполнил. Так, давайте, правда, я, наверное, покажу другую карту. А, вот странно так, как только я согласился на подарок, все. Все, не дадим ничего. Пропало. Так. Мы играли в Фаренгейт? На стриме, вот не помню, серьезно. На стриме Дима проходил. Да? Да. Так, ну я бы не против был его с парашюта прыгнуть. Почему нет?
Так, так, так. О, дай ему вопрос. Вова и Денис, у меня к вам вопрос. Вы будете снимать Days на Майск? Никогда. Не буду я в эту играть. Ну, если ты мне подаришь Combined Operation, то может быть. Может быть. Когда-нибудь. Когда-нибудь что-нибудь будет. Но вряд ли. А вверх выплыть можно? Да. Вот я сейчас на пляжу выплыву, чтобы было красиво. Ну, я не знаю, а человека по нику можно, то есть... Вычислить. Ну ладно. В смысле, что тебе надо? У него канал по-другому называется. Влад, ты знаком с Феном? Что, какой Влад? Ну, Владимир. Ко мне, наверное? А, да, ну... С Феном, да, а чё? Ну вот, спрашивают. А, ну да, мы вон у меня на канале есть, мы рубили вот, типа, недавно в World of Diving, ранний доступ, моя передачка веселая. Ну, типа, там выдержка из стрима была. И это, как его, сейчас скажу. Mount Your Friends, вон, да. Ну ладно, это все равно не пиар, потому что канал-то мы его не назвали. Так. Ну, назвать тут, ну, как свой канал, мой там. Он в описании вообще есть, ребята. Ну, да, ну, в смысле, я про Фена. А, да, это не обязательно. Я даже себя его не отмечал. Так, нет, вот. Ну, в смысле, про то, что это, он... Ну, канал-то у него по-другому называется. Фен. А, ну да, естественно. Так. А, да, кстати, вот нам напоминают. Ставьте лайки, дорогие друзья. Вот так вы покажете, что вам нравлюсь я, что вам нравится наш стрим. Так как я новенький, ваши лайки мне очень помогут. Также подписывайтесь на наши сетевые каналы, ссылки в описании. И подписывайтесь на Помидорку, покупайте игры на Play.ru, купон на скидку в 5% в описании ролика. Так, у меня тут быстренько появилось задание найти какую-то консервную банку. Что? А тут такие, знаешь, задания. Тут, в принципе, у тебя есть фотоаппарат, и ты все задания основаны на том, что тебе надо что-нибудь сфотографировать. Ну, это пока что, я как понимаю. Так. Спрашивают, почему не на работе? Да потому что... Да как не на работе? Вот на работе. Ну, прям сейчас на работе. Ну, я на самом деле тоже на работе. Считаю, это работа, хоть и работаю за еду. Но я, короче, уже с работы пришел, мне нормально. Так. А, так. Вон оно чё. Играли в Far Sky? Нет, я как-то не сильно горю желанием. Понятно, мне надо объехать. Быстро. Да ладно, не надо уже. Все, не надо. Exit to area. Быстрее. Ну, блин. Помню этот моментик. Lucky challenge. Блин, да я знаю, что мне надо делать. Быстро. Кто-то предположил, а что если все люди, которые здороваются с Помидоркой, просто здороваются со всеми каналами и с ведущими в частности? Интересная теория. Может быть, она и правильная. Чу-чу-чу-чу. Куда я приехал? Мне что, наверх надо ехать? Так. Блин, время-то идет. Упал. Глубина... А, 10 секунд. Да, провалил я задание-то. Ну-ка, может, где-то здесь? Господи. Да и... Нет. Банку найти это не можешь. Да, не нашел. Господи, но банки, они такие... Ну, оно было далековато. Я ступил немного, не туда завернул, и все. Сейчас, короче, челлендж какой-нибудь выполним еще раз. Бассейн, Pool Exit. Мы передаем привет на стриме на этом. Нифига от него, блядь. Ну, да почему бы нет, давай. Привет, Олег. Передаем тебе привет. Все, поплыли. Ну, я, короче, у меня публичная игра, там, у кого вдруг есть, присоединяйтесь, если хотите. Пофотаемся вместе, там, еще что-нибудь помракобесим. Как нам Sims 14? 14, да. Да. You're living the summer. Sims 4 неплохо. Ну да. Что-то я не понял. А куда мне плыть? Туда? Да, ну, неплохо такое, ну и хер с ним. Я в него играть не буду. Ну, я буду играть, но когда он уже полностью выйдет. Так. Каражека. Не это. Не увлекайся. Так. Это не акулы, понятно. Сколько нам лет? 25. Достаточно. Так. А мне типа надо вон тут. В чем смысл жизни? 42. Угу. Так. Владимир, хотите ли вы поплавать с дельфинами?
Я вот, да. Но с ними, походу, пока нельзя. Ну, в смысле, с ним можно поплавать просто, но прям чтобы схватиться за него там или еще что-нибудь. Ну, я не знаю, это, наверное, про реальную жизнь. А, ну, может. Блин, тут еще есть ракушки, которые не открываются. Вот, да, нужен спешл этот тул. Special tool монтировка, фомка. Но они пишут, типа, что coming soon. Ну, игра в раннем доступе, все понятно, как бы. Так, куда мне плыть-то? Куда ехать? Куда смеяться? Туда. У, смотри, прям пещера как. Не пещера, короче, это. Блин, я вот в первой зоне на самом деле был очень мало. И я сейчас удивляюсь всему. Как Красиво. поменять вид канала? Просто заходишь на свой канал, настроить канал и все. Вообще красотюня просто. Блин, игра капец дорогая, $13. Но я думаю, она того будет стоить. Пока да, пока я бы не советовал ее брать. Тут реально делов на полчаса. Я бы никому и не советовал Days брать. Факты. More than 30 drives included open water. А, это про игру. Just light in caves, just like this one. А, о, прикольно. Забавно. Так, это вот что? Вот это что ли челлендж? Че это? А, и тут, кстати, есть Open Mission, Community Mission Terminal, то есть там в главном меню есть такая этот строчечка с редактором миссий, можно создавать свои миссии. Вот так вот. Но они все ограничиваются тем, что сфотографируют там 10 рыбок за 2 минуты и так далее. Ну, как и челленджи, собственно. Ну, скучные такие. Ну да, вот тут надо, чтобы... Ой, что-то игра подвисает. Ладно, так, вот мне надо 8 рыб сфотать. Поехали. Передайте привет Владивостоку. Привет Владивостоку. Так. Как нам Dead Rising 3? Objective. Не играл. А, я тоже. Так. Да, всем привет, друзья, кто к нам только что присоединился. Кто Так. сейчас кушает, тоже всем Всем приятного аппетита. приятного, да? Уи, полетели. Так, не понял, куда мне? А, Пещерки. туда. Давай туда. Где рыбки? Где? Не понял. То А, есть. вот. Рыбки маленькие очень. Понятно. Жалко, тут нельзя в какой-нибудь амазонке поплавать. Ну, я думаю, все потом добавится. С пираньями. Так, рыбки очень пугливые, надо осторожно к ним подкатывать. Как с девушками, короче. Да. Откуда взялось название, такое название канала? А вот придумалось. Дима придумал. Вы знаете, что Microsoft собирается выкупить Mahjong? Это слухи пока только. Mahjong. Mahjong. Да, Моджен, по-моему, правильно. Ну, не суть, короче. Но это да, это пока слухи. И, кстати, те, кто ждут там игровую ленту с подробностями этой фигни, могут еще подождать, потому что я пишу текст в этот раз. Придется немного подождать. Я узнал об этом только вчера. Так, а мы будем играть в Far Cry 4? Конечно. Коопиком обязательно еще поиграю даже. Естественно. Так, Так. надо Far Cry 3 сначала допройти. Ты не допрошел? Я что-то остановился. Я на самом деле на старом компьютере далеко прошел. Потом новую купил. Понял, какая одна немного, что она немного однообразная. Но она генерирует просто очень много интересных событий, поэтому ты ей все прощаешь. Так, не понял. Ну просто старый компьютер, я там играл FPS в 15 максимум. А, о, это плохо, да. Так, как нам State of Decay? Ну так, ничего, игра. Коопа бы туда. Да, согласен. Это тип бета, ну тип того, ранний доступ. Ранний доступ, да, игра еще не закончена, но... Ать, поймал рыбку. Мы ждем новую ЦУ. А Beyond Dwarf этот, ну, вообще, это, наверное, будет единственная цивилизация, в которую я реально хочу играть. А я не хотел, не хочу, не жду. Ну, я, да, я не в одну цивилизацию. То есть я в некоторые играл. Блин, рыбка через текстуру проплыла. Но мы ее все равно сфотаем. Ранний доступ такой ранний. Да, ну посмотрите вообще освещение просто какое бешеное. Вот солнце прям над нами сейчас, и в воде вот прям. Если раньше нифига не было видно, потому что в воде, теперь нифига не видно, потому что слишком светло. Так, спрашиваю, это чем игра? Вот про дайвинг, ребят. Ну чем дайвинги заниматься? Рыбок разглядывать, там, коралловые рифы. Это же дух приключений вообще.
Просит передать привет городу Юрга. Юрга. Так вот Юрг — это владелец этого города. Юрга. Юрг. Юрган, да, Юрга. Скорее. Возможно. Привет, короче. Да. Привет. Таганке привет. Привет, Таганке. Таганка. Привет, углам. Угрям, блин. Так, походу рыба опять где-то в текстуре застряла. Тут есть, да, маленькие косячки, что рыбки начинают тупить иногда. Говорят, привет от 28 человек с Мурманска. О. Чуваки, вы лапки поставьте. Вот. В чем прикол еще всяких дейли мишенов и челленджей? Вы когда их проходите, получаете по 5 дублонов. Ну, собственно, дублоны уходят на кастомизацию. Ну, дальше потом должны еще жемчужины и еще больше количества дублонов уходить на всякие... Ну, в идеале, как разработчики говорят, на экипировку и на прочие нужные штуки, а не просто украшательство. Так, как нам Watch Dogs? Ай, отлично, жду 30 сентября. Наверняка даже постримлю еще. Так, подкатил к рыбке. Вообще, фишмастер. Вообще... Игра так. Скучная, слишком скучная. Игра красивая. Вообще, не понимаю, почему он присоединяется. Ну, сейчас кого-нибудь найдем. Так, помидорка, будешь ли ты делать стрим по Warframe? Да никто не будет по Warframe этому делать, успокойтесь, ребята. Вот, World of Diving, вот, отличная игра. Да. А вы слышали, что кто-то хочет купить Rockstar? Rockstar, только Rockstar может купить Rockstar. Ну, в свое время, когда... Я не верю, что кто-то может купить Blizzard, а вот. Все может быть в этом мире. Ну, Rockstar, по-моему, им незачем продаваться, они так могут, умеют. Не, ну они же это вместе с этим... Activision Blizzard там смешались. Вот, смотрите, акула, сейчас мы будем ее дразнить. Акула, стой. Давай, вот сейчас мы в глаз тыкнем. Не, они уплывают от нас. Спрашивают, а когда будет с вебкой? Ну вот это вот не знаю. Вообще что-нибудь не знаю. Ну вот был Skyrim вчера. Ну эти акулы уплывают от нас, они нас не любят. Так, а мы будем играть в Portal 2? Да, как-нибудь обязательно вернемся к Portal 2. Хорошо, что люди еще помнят. Так, дай в компьютер. Так. Так, мишены. Что тут еще есть? Дублонов нет. Ракушка. Так, откроем ракушку, вдруг повезет. И нихера, не повезло. Хо-хо-хо-хо-хо. Комменты на YouTube сломались. Окончательно. Теперь они не прогружаются, автоматически приходится тыкать на строку ввода, чтобы они прогрузились. Так. Блин, опять маленькие рыбки. Что ж мне так не нравится? Ждем ли мы выход GTA 5 на ПК? Конечно, ждем. Как же не ждать-то? Так, вы знаете, что самая большая партия в цифке 12 лет? Ну да. Чё бы не знать такого. Так, в каком городе мы живем? Так, вот так вот сделал. А, город Героячинск. Это в Красноярском крае. Сибирь, короче, не ломайте голову. Да, и я тоже Сибирь. 182 километра от Вовы. Так, а игра требовательная? Вообще нет. То есть она очень красивая и очень мало требует. Это редкость в наши времена. Игра стоит внимания? Стоит. Ну, как минимум, если я стримлю, это стоит внимания. Ай, рыбка... Чёрт. Они пугаются меня. Господи, народ, Господи. Вот серьезно, когда же вы поймете, вот если один человек записал по игре видео, это не значит, что другой человек, который тоже, допустим, сделал стрим по этому, это не значит, что он его копирует. Вот. А что это они там вспоминают? Да что, типа, вот. Ну, рекордсмен-то у нас. 20, по-моему, миллионами подписчиков на YouTube. А, PewDiePie? Ага, что, типа, народ, ну ладно, короче, раз уже было сказано. Так, народ, да, я, конечно, понимаю, PewDiePie знаменитость, но зачем копировать все его видосики? Это же даже не игра. Я понимаю, нарезать 10 минут из двухчасового видосика, но 2 часа плавать и снимать рыб. Ой. Да ладно, это круто. Да. Будет трюк. Мне нравится. Мне тоже. Ну, знаешь, это из разряда, ты рано или поздно у тебя происходит такой момент в жизни, знаешь, такой этот переходный период. Тебе просто начинает надоедать, ну, обычные игры. Тебе что-нибудь новенького хочется.
Но ты не можешь постоянно в шутеры играть такой, да. Ну, не обязательно инди, короче, игра с каким-то просто игра вот. Ну вот реально, симулятор аквалангиста, это же круто вообще. Ты обалдеваешь, насколько там, типа, блин, почему никто раньше так такого не сделал? Я не помню, по-моему, какая-то игра до этого. Что-то было, да, что-то похожее, но не вот такое. Там была подводная охота. О, слушай, я нашел шлюпку какую-то. Блин, ну вот я открыл, мне вот этим вот эта игра и нравится. Ты только плывешь куда-нибудь и что-нибудь находишь. Что-то я не искал, как бы. Да, так. Передайте привет Питеру. Привет Питеру. Привет большой компании из Пензы. Вам тоже привет, чуваки. Крутяк вообще. Destiny проходить будете? Конечно, будем. На следующей неделе, по-моему, Дима говорил. Ну, я бы тоже прошел, если бы мне кто-нибудь консольку дал. Вот, короче, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас, короче, сделаем всеми любимое селфи. Так, как это делается? Тебя опять Ваней называют. Вообще замечательно. Короче, yep. Достается фотоаппарат одна штука. Жмется, не знаю, как на клавиатуре, у меня R3. Камера залипает в воздухе. Да. И мы бежим, встаем куда надо. Так, сейчас мы как-нибудь прикинемся. Да, привет, привет, Кейт. Сейчас такие, вот. Отлично. Будут ли русалки? Очень надеюсь. Во, отличная фотка получилась. Юрга не город, а поселок. Вот. Не повезло, да. Ай, так. Передайте привет Челябинску, но лучше упоротым дорогам Челябинска. Так-то. Привет упоротым дорогам Челябинску и Челябинска. Отлично, есть у меня теперь клевая фоточка. Потом выложу, как там тачен. Как я был на дне. На днище. Так. Ой, блин. Вот, короче, нам нужны тут новые люди. Вон там чувак какой-то к ней присоединился, пойду его домогаться. О, норм. Потыкай в него пальцем. Да-да-да, говорю, самое крутое здесь тыкать пальцем. Да. Так, ну ладно, что тут еще есть, короче, есть, кроме этого компьютера, тут есть, короче, вот такая кнопочка. Чем она прекрасна? Жмете вверх, и вы, собственно, быстро поднимаетесь вверх, то есть выпускаете кислород из бака, и тем самым бустите себя наверх, если вам надо срочно всплыть. И также вниз, короче, и вы погружаетесь быстро. Ну, такой, типа, вот балласт, не балласт. Очень удобная штука. Я вот сейчас проверю. Написали, что Activision хотят купить Take-Two, Rockstar. Блин. И правда, Activision хотят купить Take-Two, чтобы войти в кинобизнес? Вряд ли. Так. Ага, чувак отключился от меня, прекрасно. Поиграл. Так. Короче, надо корабль найти. Он тут есть? Пишут, тыкни ее полностью. Это про кого? А, про акулу? Но. Ну, видите, а с акулами тут разговор коротенький. Ну, блин, ну видите, ребят, ну круто, просто красиво. Тут геймплей, по сути, не особо нужен. Так. Будет стрим по последнему дополнению, не в Battlefield? Я что-то там видел. Да. Ну, это, короче, к Мише вопрос, может и будет. Так, я сейчас сделаю так. Что-то я не помню, какой здесь корабль. Давайте посмотрим вместе, что это за корабль здесь. А у нас есть дети? Нет, бог миловал пока. Так, делали ли вы предзаказ The Binding of Isaac Rebirth? Мне подарили. Буду играть обязательно. Обязательно будет стрим, обязательно будет обзор, все будет. У вас интерес к играм. Было ли у вас такое? Как вы с этим боролись? То есть... А то есть интересные игры, а играть не хочу. Это как это? Значит, игра неинтересная. Да. Господи. Ай, YouTube ненавижу. Вообще, я тут маленький. Что тут еще мне вот понравилось? В некоторых картах хорошо сработано, в некоторых картах плохо. Знаешь, как обычно, когда разработчики... Слушай, вот херня на Титаник похожа, пожалуйста. Тоже трубы. Паровой пароход. Вот, еще когда типа разработчики сами делают, как бы понимают, как надо игрока удивить. И. Ух ты, а можно в трубу залезть? Слушай, круто, я не знал. О, нифига себе. Вот, да. Короче, получается как? О чем бишь я? В
трубе я. Прекрасно. Вылетел в трубу. Сейчас, может, тут найдем дублончиков или... Спрашивают нас, что больше нравится, прототайп или Infamous? Прототайп или Infamous? Infamous, конечно, без вопросов. Infamous, да. Сфотографирую уточку. Ох, тут еще уточки есть. Ну, они это просто, они реально эти, как эти, знаешь... У, черепаха, блин! Вот это ух, вообще. Ой, так. Когда закрыл? Это выйдет. Когда выйдет, тогда и будет, да. Там, может, наверное, всей толпой соберемся в нее. Я читаю все комментарии, пропускаю просто так. Ну ладно, я озвучу. Лайк за милый голос Дениса. Больной. Вообще, блин, ну черепахи это просто... А какая наша... Моя слабость. Какая наша любимая игра? Shadow of the Colossus. Всю жизнь, всегда. Надо, кстати, в этом году я и... Кстати, в этом году я не перепроходил ее. Странно. У тебя традиция каждый год перепроходить? Не традиция, просто я... Видать, в этом году что-то как-то... Хороших игр, что ли, мне хватило. Обычно, когда у меня начинается это... Такая... Апатия, такой, блин, нормальных игр нет. Надо что-нибудь поиграть. И сразу Shadow of the Colossus лучший выбор. Ну, я не знаю, я бы... Я не знаю, у меня... Я всегда нахожу во что поиграть. Не-не, да дело не в том. Дело в том, что ты поиграл, тебе что-то не понравилось. Нет, если нет, то иду смотреть сериал. Ну, это только, знаешь, тоже. Shadow of the Colossus — это дико под настроение игра. Хотя я могу и в любом настроении играть. Она вообще лучшая вообще. Так... Игра за 500 миллионов это более чем не смешно. Дороже Голливуд с фильмов. Игра за 500 миллионов. Ну, Destiny, да, почему бы нет. Destiny разве за 500 миллионов? 500 миллионов, да. А, да господи, это мне вкладывать, планируют. А, нет, они планируют. Нет, уже вложилось. Разве? Да, разработка 500 миллионов. А, ух вот. Ты, что там такое блестит? Ну блин, реально, как такое может не нравиться? Это ж круто, ты один под водой вообще, все, никто тебе не поможет. Под водой никто не услышит твой крик. Да? Ну правда, на тебя никто не нападает, но все равно страх есть определенный. А, это разработка и реклама. Да, все правильно. Да, то есть это все. Ну реклама там была прям вообще. Ну очень крутая, да. Ну на самом деле, GTA, думаю... Они только на разработку уже тратились, и пару роликов выпустили. Ну, это ж... Не, погоди, ну ты смотри, как проходит реклама, это ж вообще, это покупается... Это ж всё в это входит. Реклама на ТВ, в кинотеатрах, то есть ты же, например, в курсе, что у них там игры... То есть трейлеры к играм в кинотеатрах показывают. Ну да. Ну вот перед фильмами, то есть пожалуйста. Ну вот есть такие, тебе тоже денег стоит определенных. В свое время, когда там это GTA 4 выходило, что ли, это, по-моему, первый раз был такой... Когда там это самая дорогая у них гостиница где-то или типа того, они там три плаката на ней повесили, там с главными героями. Дорм. Да, вот типа тоже было дорого. Ну как ты арендуешь внешнее помещение гостиницы. Место. Да, типа того. Так, что так. Же я что-то бесцельно-то брожу. Когда будет стрим по GTA 5 онлайн? Ну вот когда выйдет. Ну, в смысле, на ПК выйдет. По этим стрим, по вот то, что на онлайн-канале происходит. Черт его знает, может и будет. Да, вот так-то. Вон туда я плыву, такой. Да-да-да, надо ускориться. Так. А ты когда Max Payne снимал, у тебя лаги были? Это куда вопрос? Ой, блин, я забыл про День Доктора. Надо сейчас поставить на скачку. О, господи, День Доктора. Ну ладно. О, черепаха и уточка. Ну я не знаю, я... Знаешь, ты по сериалам специализируешься? Смотрел? Ну я не люблю Доктора Кто. Ну, для меня это худший сериал во вселенной. Ну я помню, это в каком-то подкасте от сериала было. Да, я прям так это... Ох, вообще, я сейчас сразу их сфотаю. Ненавидеть. Так, он в 3D. Отлично. Mission accomplished. Или погоди, чё? То он реально в 3D? Кто в 3D? День Доктора, вроде нет. Я просто не знаю, я не хочу смотреть в 3D, я хочу нормально посмотреть. Так, ладно. Сейчас мы, короче, с фото разжём, засели и ждем это...
Тут задания. Есть задания на простые фотографии, типа там 12 штук сделать разных рыбок. А есть задания, когда надо в одном кадре поймать несколько. Вот мы сейчас, вот она, черепашка. Сейчас мы черепашку и уточку зафотаем. Норм. Опа-на. А я ведь помню, я даже тебе вопрос задавал, когда еще с помидоркой никак не связан был, как тебе... Забыл, Доктор? как... Нет, не доктор. Сериал про оборотней еще и всякую нечисть. Там еще один оборотень. Волчонок? Нет, цыган. Цыган-оборотень. Цыган-оборотень? Господи. Сейчас вспомню. Я сейчас пытаюсь просто перебирать True Blood. Что там еще было? А, сейчас. Так. Сейчас. Давайте еще немного поисследуем этот корабль. Ну, в принципе, за 2 часа успеем, наверное, думаю, все корабли посмотреть. Да? Так что... Блин, я забыл. Хемлок Гроув. Ой, не, я что-то типа не помню. Я вроде пытался его смотреть, но они что-то второй сезон продлили. Ну, в общем, не знаю, как-то не очень это Я еще идея. вспоминал. Я говорил спасибо. Блин, это... Так, так, Вот так, так. чувак, который ко мне приконнектился, он, конечно, сейчас не очень мне помогает. Я не могу взять другое задание. Ладно, шаримся по кругу. Вот штурвал, собственно, мы видим. Или не штурвал это? Не похоже на штурвал. Что-то такое. Цыгане. Ненавижу цыган. Вот. Сфоткал черепутю. О. Череп... А, ну понятно. Помидор КЗР. Так, вот, блин, ну вот круто же, корабль затонул. Можно. Он, причем все эти, я как понимаю, один к одному сделаны. Так что это прям занимательно плавать. О. Так. Вон какие-то Когда пишешь коммент, куски. он начинает лагать. Помидорка? Может быть, Миша. Так, Чуть-чуть. это не помидорка. Ладно, я не буду это озвучивать. Ух ты, где я вообще? Ну, блин, круто, я какое-то машинное отделение заплыву. Ну, блин. Обалденная игра. Да. Вообще. О, дублончик, не зря заплыл сюда. Вот видите, они в самых таких вот хер пойми, хер догадаешься, где местах. Нашел, короче. HD. Вообще молодец. Blu-ray. Beach Swag Edition. Вообще. VIP, свек VIP. Так, ладно, с этим понятно. А, блин, waiting players мне задание не зачитается, если он его не сделает. Ну твою. А я и выйти не могу, ну вообще привет. Вот тебе и котяк игры. Да, понятно, Пора записывать. это я запомню. Так, привет, Есть. Владимир. Привет, Денис. Кто на комментариях? Кто бы это мог быть, да? Кто бы это мог быть? За сколько ты купил игру? Мне подарили. Да. Мы смотрели сериал «Декстер». Да, концовка бездарная. Концовка стрёмная, сериал крутой, ну, за исключением русских геев. Включением последний. Не, русские геи клевые, не надо. Ну, я не знаю, мне это показалось смешным и... Там клевый персонаж вообще сам по себе. Ну да. Но он суровый, он вроде как... Ну, я не знаю, для меня вот это было странным таким поворотом, что вот, русский гей-мафиози. Ну, чё такого странного? Быть не может, да, просто... Во времена ЛГБТ не такое бывает. Да нет, я про то, что ну, никаких подозрений вот насчет ориентации не вызывает. Ну, потому что он натурал сам по себе. Ну, вот такой вот актер хороший, видишь. Без подозрений. Блин, чувак, по-моему, вообще не знает, где я. Так, сори, что дуб, но где найти настройки канала? Так, заходишь, короче, на свой канал. А где у тебя оформление? Вот, я не знаю, если... Если у тебя есть оформление, да? Если у тебя есть оформление... Короче, там, где у тебя твой ковер висит... А, Не стоп, помню, нет. я открыл ее. Я Сейчас. открыл. Короче, там, где имя твоего канала, по-моему, тыкаешь карандашик, настройки канала. Вроде так. А, нет. Ой, я заодно... Вот, изменить оформление канала. Все. Давайте всплывем наверх, наконец-то уже. Посмотрим. А, я хотел еще тур показать, точно. Так. Вот, блин, ну разве не круто? Вон наша лодка где-то вдали.
ни хера не видать на просторах. Солнечная погода. Вообще небо обалденное здесь. Где-то. Блин, а, не могу я тур показать. Короче, ладно. Так, блин, а как я выйду тогда отсюда? Что за дерьмо? Ну, короче, ищи, чувак. Во, has left the game, наконец-то. Вот, тут есть старт тур. Вот. Так. Это вообще круто выглядит. Нет вопросов, мне скучно. Развеселите меня, если не сложно. Чувак, мы тебе не клоуны. Смотри, слушай, можешь как радио слушать. Да, что-то вроде. Я порой бывало просто стрим включал и шел готовить. И нормально. Вот, я сейчас включил этот тур, как бы экскурсию по карте, где показывают корабль, внутренности, вот что вокруг творится. Что особенно весело, когда ты играешь с друзьями, короче, они тоже такие плавают, прям атмосфера такая остается. То есть ты как бы ничего не делаешь, а они плавают где-нибудь там по кораблю, а ты там все это видишь со стороны. Так, простите за повторение вопроса, но будет ли Владимир играть не на камеру с рандомными друзьями? Ну, я давно хотел... Ну, я уже... Ребята... Кто у меня на канале, тот знает, что я частенько ставлю эти вечерок в чем-то. То есть началось это именно с Хардстоуна. И я там рандомненько там захожу, когда мне есть свободное время. Я начинаю там часа два рубить там с друзьями, просто на выбор каждого по очереди приглашать. Ну или кто мне приглашается, там, кто в сети в это время. Так что ждите, какой-то день назначать, это вообще будет как на стриме. Толпа людей, еле постоянные вылеты игры, потому что миллион приглашений идет поиграть. Так что я лучше сам буду заходить там. Если вам посчастливится быть в это время в онлайне, то да. Так, меню похоже, как в GTA 5. Ну, не знаю. Блин, ребята, вам уже, наверное, везде GTA 5 мерещится. Что? Это же GTA 5, здесь графика GTA 5. Здесь еще наверняка за Тревора играем. Да, да, наверняка. С зеленого Тревора. Да. Тревора. Тремор. Ретривера за зеленого. Да. В подводного. Ну а чё, ну, своим метамфетамином позеленел совсем. Так, юность. Вот он, локхэт. Давайте сюда. Как изменить имя канала? Заходишь в Google Plus и меняешь. Угу. Завтра день граненого стакана с 1943 года. Failed to create a game, что, прости? Кто-то курит. О, кто бы это мог быть? Действительно. Так, о, я уже слышу дельфинов. Так. Давайте окунемся. Найдем их. Это оформление канала, то есть шапка. Я не понимаю, ты вообще что хочешь? Ты хочешь плейлисты настроить? Там где-то тоже ищи. Недалеко. На одной страничке. Так. Так, что я еще не показал? Ну, в принципе, практически все. Можно потанцевать, но это не будет не видно. Как... Это надо, чтобы кто-то меня видел. Типа того. Как дела, чуваки? Как нас дела? Вообще неплохо. Под водой плыву. Ты сейчас где? Плыву. Что делаешь? Да вот, на дне. Да. На дно. На дно. Да. На дно. Давай, выживай. Да. Я выживу до конца стрима точно. Вот, видите, дельфины, сейчас мы его догоним. Ага, сейчас догнал, конечно. Дельфина-то. Во, на тебе дельфин в харю. Есть. Это было, по-моему, слишком жестоко. Ну, я просто сквозь него проплыл. Да. Нормально. Так, ну мы сейчас ищем этот потерпевший крушение самолет Второй мировой. Привет, да, всем привет, друзья. Так, ждем мы Far Cry 4? Конечно ждем, чё бы не ждать-то. В смысле, чувак, а чё толку сравнивать? Все равно на свой канал я настраивать могу, а твой-то нет. Так, вот, сфотаем дельфина. Ищи, где-то там есть настройки создания этих плейлистов. Смотрели ли вы сериал «Побег» американский? Да, смотрели, клёвый. Я, по-моему, первый сезон. В настоящее время браузер не распознает ни один из доступных видеоформатов. Круто. Да, еще бы. Ну, я не знаю, можешь перезагрузить браузер, ну, в смысле, выключить. Ну, мне это вроде как помогло. Хотя, как он нас слышит? Прям разворотило самолетик. Скелет. На дне валяется. А, мне показалось, скелет.
Скелетик это винт. Дельфинчики. Вообще-то рыбы такие есть. Рыбы-клоуны тут где-то плавают. Дельфину в харю? Во, ну за что ты ненавидишь этот сериал? Хотя мне кажется, ты просто не понимаешь его гениальность. А, ну конечно, это я такой тупой, да. Да, да, короче, я такой тупой, не понимаю всей гениальности этой херни. Ну я не знаю, мне просто кажется, ну прикольно. И все. Ну, может быть. Мне какой-то доктор нравился, серьезно. Мне вообще не нравится эта концепция, что постоянно меняют. Ух ты, вообще, что делает. Ну, доктор, гарантия качества с какого там года? 43-го, по-моему. Ну, типа того, да. Я пытался еще эти первые смотреть, это вообще привет. Да. Доктор кто? Ха-ха. Какого он года? Доктор кто? Гарантия качества с 1963 года. Так-то. Так, Вов, ты вот ты с Артемом Бурцевым стримишь, он технарь или гуманитарий? Не знаю, судя по тому, как он говорит, скорее всего, технарь. Да. А какая разница? А я что-то не понимаю. Не знаю. Ну я. У меня вообще как бы считает почти практически два образования, техническое и гуманитарное. А я тупой гуманитарий. У меня в школе все время по математике двойки, тройки были. Больше не вытягивал. Это у меня как-то набрал. О, дублончик. Хорошо, не зря заплыли. Блин, ну видите, тут прям вообще клевая. Ну, то есть анимацию вот это разглядеть не особо получится, но вот хотя бы по тени видно, что хорошо проработано. Так плавненько все в воде. Если с несколькими людьми играть, можно будет это прям заметить, так. Ну что лучше, PC или PlayStation 4? Лучше и то, и то. Да. Так, просто вид канала у вас, короче, я тоже такой хочу. Ну иди себе человека. Ну серьезно, создай себе, блин, эти плейлисты, прочее. Все. А если ты про шапку, то найми себе этого фотошопера. Дельфины гогочут надо мной тут. Тюр-тюр-тюр-тюр. Вов, посмотрел только что рассказ сюжет Вархаммера 40 тысяч в минуту. А, да, старое видео уже. Я под конец Скайрима 20 последних минут немного не мог зайти на YouTube и лег спать. Ну, запись посмотри потом. То. В доту играем? Нет. Нет. Совсем нет. Ладно, давайте выполним задание какое-нибудь. Пофотаем еще рыбок немного. Ласты. Так. Обновить комментарии. Вот, минута 20, я все не могу выполнить это задание. Оно вроде очень легкое, но, черт возьми, мне что-то не прет. Пишут, я тебя такого не ожидала, Вова. Что, чего? Насчет доктора. А, ну, бывает еще. Эхе-хей, я снова пишу, продолжим тему. Владимир, как ты относишься к тату? Нравится или хочешь ли себе? Спрашивает чувак, что на Infinity Wars получил двойную пятюню под конец стрима. А, было дело, да. Так что? Как твой тат? Я прям хочу давно себе сделать тоже, как вот это по Вархаммеру, по это. Я очень люблю этих саламандр. Хочу себе сделать татушечку с гербом ихним. Ох, я даже посмотрю, что за герб. Герб Саламандр. Во, отлично, вот на стриме получилось. Вот мне фен уже пишет, что я один плаваю. О, это. Я ему сейчас напишу. Вархаммер. Если. А, вот, каталог ордена космодесанта. Он такой черно-белый, там очень плохое у него качество. И его просто надо грамотному татушнику. Ну, я просто мастеру обратиться. Я нашел какой-то герб. Там, короче, дракон, у него из носа огонь идет. Но он черно-белый такой в это фас. Ну, нет, у меня он цветной. И качество. Да. Тоже есть такой. Зеленый с этим с желтым огнем, да? А, красный. Ну, такой оранжевый. Более нормально, да, он. Упоротый такой. Так, а что вы думаете, лучше PlayStation 3 или Xbox 360? PlayStation 3, конечно. Потому что там есть переиздание Shadow of the Colossus. PlayStation 3, потому что... Что? И Metal Gear.
Metal Gear и... Heavy Rain. Uncharted. Uncharted вообще, там куча вообще. А Xbox чё? Чё там? Gears of War и всё. А продали ли ваши ожидания в Watch Dogs? Мои полностью. Я не ждал какой-то революции и получил просто хорошую игру. А я вот ждал много всего и получил не так много всего, я немного был расстроен. Но... Не хватило. Ну, 80 миллионов или 60 миллионов, что-то такое. Кто говорил, что 60, я почему-то видел, что 80, но, наверное, это с рекламой. Ну, то есть, что, когда GTA там за 200 делается, а это за 80, то есть, надо понимать, что игра как минимум в два раза не такая проработанная. Это такой, ну, я говорил же, что там можно было просто назвать ее там Assassin's Creed 5 и вообще без проблем. Assassin's Creed 5 Present наши да, дни. Тем более там есть один из этих персонажей из Assassin's Creed 4. А, так. Кстати, вот, насчет моих словах цыган, честно, я не имею неприязни, просто процитировал. Кто? Бейкон? Нет, Бейкон, по-моему, был в двух стволах. Короче, большой куш. Все, этого достаточно. Да, чертовы цыгане. Да, цыгане. Зайцу конец, да. А, Вова, ты как любитель серии ждешь Dead Space 4? Да, но он вряд ли когда-то будет. Ну, то есть, не в обозримом будущем. Наверняка будет какой-нибудь приквел или еще что-нибудь. Ну, потому что, как бы, по сути, сюжет-то завершился в Dead Space 3 и в дополнение Awakening. Или Awakened, как там он там назывался, я забыл. Ну, то есть там вообще были такие глюки. Айзек умер, короче, чуваки. Да. Это его глюки и финал. А Heavy Rain вроде на PlayStation 4 портирует. Нет. Нет, насколько мне известно, нет. Ну, я думаю, скорее всего, будет. Мне кажется, просто через Now. Если Last of Us, то и почему бы это не сделать? Ну, в принципе, да, уже легче сделать через PlayStation Now, чем что-то такое. Говорю, вроде как они говорили, что... по-моему, не говорили даже, а поступала информация, что они за портированием The Last of Us обращались к этому, к какой-то сторонней студии. Может, даже студии разработчиков этого... Infamous. Second Son. Да и вообще... Владимир, спасибо тебе за то, что ты показываешь новые прекрасные игры. Я даже не слышал о этой чудесной игре, прямо сейчас куплю ее в Steam. А также спасибо тебе, Денис, за хороший стрим. Ну, не за что, чувак. Письки. Любишь письков? Спасибо, ребят, кстати. Да. Так, там появился Ваня. Сейчас я наконец-то хоть с кем-то смогу нормально поиграть из нормальных... Нормальных людей, да. Сейчас, join game, посмотрим. Да, вот тут какие-то. Сейчас мы подождем, пока Ванька зайдет в игру. И, кстати, mission редактор. My missions. Ну-ка. Loading. You have no missions. View mission. А, вон что. Да. Так я и думал, что редактор устроен тут не очень круто. Вот. Сейчас мы присоединимся. Вот, видите, это я говорил, то есть на 24% в игровой чат сделан сейчас, улучшенная камера на 39% и Metal Detector на 37%. Когда-нибудь все это будет готово. Так, вот на пляжу. А, сейчас. Сейчас. А, так. И... Опять стали вспомнить Большой Куш с Борисом Хрен Попадешь, который... Угу. Почему он Борис Хрен Попадешь? Да потому что у него хрен попадешь. Ави, ты что? Так, где там? Что-то Ваня опять куда-то уплыл. Че он? На катере? А, там, сейчас. Так, сейчас как же вернуться-то? Я забыл. Селекту, демейдж. А вот, exit to the shore. И... Пишут, что вроде бы закрыт предзаказ GTA 5 для России и Украины. Я не проверял, честно. Ну, я вот на Steam смотрю, таких новостей вообще нет, но просто да будет доступно осень 2014. На геймпаде норм играется? Вообще отлично. Абсолютно. Фен пропал.
Так, 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 так. Что же мне? А вот скины. Ну-ка, я же могу себе что-то купить уже. А нам нравится GTA 4 на ПК? Вообще очень, да. Так, блин, я не могу себе бикини купить. Я хочу себе бикини купить. Да. А, вот. Погоди, стой. Тогда нет. Тогда ну, я не знаю. Песики тащат. Все любят песиков? Кто любит песиков? Пики. А, так. Ну, я не знаю. Я... Ой, стоп, 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 стоп. Абсолютно одинаковые. Ух ты. Все. Забавно. Так. Ну, GTA 4 на ПК, я ее сначала пробовал на ПК проходить, но потом я почти прошел ее на геймпаде от Xbox на ПК. Так, сейчас мы перекрасимся в какой-нибудь синенький, синенький, и второй цвет у нас будет розовенький. А как там герб Саламандр? Где? Не вижу. Так. А как тут сейф аватар и мейдж? А, Image Saved. Вот все. Так, 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 так. Ну-ка, стоп-ка. Что-то ВК тоже в последнее время лагает сильно. А, вот, все. А, ну вот, нашел. Ничего такой. Прикольненький. Все, спасибо тебе, чувак. Так. Так, короче, там немного игра из раннего доступа, поэтому частенько бывают всякие лаги и выкиды. Ну, мы нас пока милуют. Игра, видать, знала, что мы сегодня будем стримить. Так. Вообще-то серия не совсем завершилась. Айзек с Карвером прилетели довольные на Землю, но тут увидели несколько лун, которые собрались пожрать Землю. Так что продолжение вполне может быть. Боже, ребята. Это были слухи, что это все, короче, в глюках у Айзека творится, что он подох еще тогда, в конце третьей. Мне кажется, Айзек вообще в первой части умер. Да, все это сон собаки. Да. Ну, это как говорится, это вилами по воде. Черт его знает, что там будет. Так, что-то долго грузится. Странным образом. Тек, 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 тек. Дело деловое. Да-да-да, всем привет. Ребят, от вас у меня возникает вопрос. Что купить? Watch Dogs или предзаказ Call of Duty Advanced Warfighter Warfare? Или как он? Warfighter? Warfare? Advanced Warfare. Warfare. Вау, почему все время хочу Warfighter назвать? Мне кажется, Watch Dogs будет лучше, чем Call of Duty. Так, ясно. Короче, игра повисла. Ну, ты что скажешь? Ну, про чё? Ну, Watch Dogs или предзаказ Advanced Warfare? Вообще Watch Dogs, ну типа и предзаказ в Advanced Warfare тоже. Ну, что, блин. Ну, то есть в Watch Dogs можно сразу сейчас поиграть. Ну, а Advanced Warfare еще ждать. Ну, просто мне еще кажется, что Advanced Warfare это вот та же самая Call of Duty. Ты что, серьезно? Конечно. А как по-другому? Ну, за господи, она не меняется. Вот абсолютно, даже да. Даже я уже фанат Call of Duty смирился с этим. Да не знаю, я еще понял, наверное, со времен, там, не знаю, Modern Warfare 2, что типа все, они как нащупали одну тему и с нее слазить не будут там лет 10. Так, ладно, короче, не получилось нам. Про меня тут стишки сочиняют. Вышел Денчик погулять, будет рот людской страдать и угасит мир во тьме, Денчик верен стане. Естественно. Забавно. Да. Ладно, давайте посмотрим лодку. Создадим паблик. Опять создаю, короче, паблик. Если кто хочет, присоединяйтесь. Там всего 3 человека сейчас играют в мультиплеере. О-хо-хо. Так. Сегодня у меня будет занятие на вечер. Ночь. Два. Блин. Так, ага, все понятно. Ну зато, во, зато я сейчас в модном бикини и смогу, так, надо сейчас, короче, спиной ко дну встать. Ну поплыть. Так что, Феня пришел? Нет, нет, не придет, у него какие-то там глюки, но зато можем посмотреть на замечательные зеленые сисяндры. Круто же, чуваки, вообще, видеть свое тело в игре, это очень круто всегда. Это круто. Так, Daily Mission, так, вот она, затонувшая подлодка, сейчас мы ее найдем.
Так, врубаем бусты. Ну я вот не знаю, может задать тему на... в чатик пустить там, да и между собой. А просто, короче, вся о сериалах разговор. А вообще можно, говорю, тут можно обо всем говорить. Я не знаю, Ой, акула вообще рядом. Ну я не знаю, вот что ты думаешь о сверхъестественном? Вообще замечательно, хочу Мишу Коллинса прям это обнять на Игромире. Обними за ним, за меня и попроси автограф. Вообще я с ним на фото есть караульно просто. Так, Скотт, ты смотри какой. Ну ты если что, для меня там автограф возьми. А, да без вопросов, конечно, возьму, что взять. Просто у меня нет, не будет возможности приехать, денег нет. Просто думаю, надо каких-нибудь там фоток с ним где-нибудь распечатать или еще что-нибудь. Да, так. Привет из Красноярского края, конкретнее из Канска. Привет, сосед. Здоров, чувак. Приезжай на Игромир, побухаем вместе. За Сибирь матушку-то. Ой, что-то я это... А, во, я нашел подлодку. Ну, хотя... Ну, да. Наверное. Вообще, взгляните, она просто монументальна. Так, скучновато. Все, допрыгался. Бан! Скучно ему. Что там у нас по лайкам? Кстати, ребята, ставьте лайки. Да-да-да, лайки не забывайте, так вы поддержите нас. А у нас 608 лайков. Нормал. Да? Ну, значит, не ждешь четвертую часть. А, четвертую часть чего? А, Айзек, это Dead Space? Да, дед. Dead Space очень жду, вообще. Я просто жду, ну, то есть я уже понимаю, что вряд ли она будет четвертая прям называться. Dead Space... Стопудово будет Dead Space, типа Dead Space что-то будет, вот стопудово. А как нам Breaking Bad? Очень хороший сериал, один из лучших. Вообще. А как вам сериал, который я смотрел от заката до рассвета? И я вот все не могу его досмотреть, очень крутой, кстати. А я даже, я хотел начать, но не срослось. Так. Бабочки. Как нам сериал «Обмани меня»? Ой, тоже крутой. Жалко, вот этот жалко, реально, что закрыли. А, я тоже не смотрел. Я, по-моему, по телевизору пытался, точнее, краем глаза смотрел. Что-то я не могу. Так, Владимир, что посоветуешь посмотреть из сериальных новинок? Что? «Вечность» сейчас начался, сериал очень крутой. Ага, вот. На тебе с фоном. Спрашивается, бутыльник не нужен, мне 27. Вообще легко, на Игромире. Найди меня на Игромире. Я поехал. Нашел бы тоже. А, вот, Dead Space Origins. Ну че, ну типа, ну это как-то это. Блин, как это называется? Слишком вычурно, что ли. То есть много уже было этих Ориджинов гребаных, надоело. Dead Space The Sequel. Я просто бы Dead Space бы это, как бы сказать... Просто бы Dead Space назывался. Как это, так. Как перезапуск. Ну, косяк в том, что для перезапуска надо, типа, ну, годика два еще подождать. Я бы хотел... Да больше. Да не-не, нормально, по сравнению с тем, когда вышла первая часть, нормально. А, мой город... Да нет, не особо далеко. Я в Красноярске живу. Тебе-то как раз удобно, да, тебе хоть туда, хоть сюда. Так, сейчас бы вспомнить, мне сюда или не сюда. Да я даже не знаю, я даже проверю, сколько это от меня до Абакана. Так. Опс. Не понял. Не это, что ли, надо фотать? Не это надо фотать, твою мать. Google карта. Объектив. Туда, быстро. Красноярск, правильно. Объектив. Где-то, 10 секунд. Как добраться? Че, серьезно, что ли, блин? Абакан, республика Хакасия. 5.5 часов до меня это, на машине, без пробок. И вообще 413 километров. Ну, это не сильно далеко. Ну. Ай, блин, вообще... Верните мне игры, которые не вышли. Почему Call of Duty все время выходит, а которые хотели выпустить, но не выпустили, не выпускают? Вечная проблема, да, у нас даже передачка есть, вспомнил, да. Все, где я прям... Я давно хотел рассказывать про игры, которые, черт возьми, очень крутые оказались, но так и не вышли. И остался только плакать. На самом деле, вот я надеялся, ждал Total Overdose 2, но потом, как узнал, что его закрыли, все... Так плаков, они потом еще и закрыли и этот, и Fate and the 45.
А, да. где как бы такой не идейный. Бонни и Клайд. Да, вот очень крутых, с коопом вообще, я бы за милую душу, там геймплей-то был вообще крутой, там я смотрел, вообще Макс Да. Пейн. Блин, ну просто так жалко было вообще вот эту студию Deadline. Просто. Да. Ну, помню, не ошибаюсь, там люди-то, да, знаешь, как обычно бывает, ты такой, блин, закрыли студию. Да я в детстве вот так вот, ну не в детстве, там лет 6 назад я так это частенько рефлексировал по этому поводу, что, мол, ну все, студия закрылась, все, больше не будет хороших игр от нее. Да, там все на самом деле очень хитро делается. Ну, в идеале, конечно, забирают, ну студия закрывается, ее перекупает какой-нибудь другой издатель. Не сильно идеально, народ просто разбегается по студиям, и как бы просто надо, чуваки, следить, кто именно там делает игру, то есть знать их по именам, так сказать. Вот, то есть, например, там Грей Музику и Фрэнка Защищера всех знают, и типа, когда они ушли из Electronic Arts, все такие сразу, блин, все, Dragon Age будет говно. Ну, то есть, не обязательно говно. Тем более, они разве что ответственны за первую часть были. И то не прям за Dragon Age, то есть не полностью. Они там вот, конечно, монументальные люди все время свояли Baldur's Gate и прочие штуки очень крутые. Блин, не могу открыть ракушку. От сверхъестественного, значит, тащишься, Вовочка. А, есть такое. Но я все не могу вот сезон, который да вышел, добить его. Ну, типа. Да Игромира обязательно добью, чтобы было что спросить у Мишки Коллинса. Я вот на самом деле начал пересматривать, то есть я сейчас смотрю, даже скажу конкретно серию. 18-я серия 6-го сезона. То есть Поздравляю. я неделю уже смотрю, то есть с 5-го сезона так. Или даже с 4-го. Пишут, чувак, мы едем с девушкой и ее подругами на Игромир, если что, побухаем. Вообще не вопрос. Так, откроем еще одну шкатулочку, блин. О, что-то мелькает, ну-ка. Пить. Пить. Блин, она Пить. прям. Черт, вот там точно была жемчужина, но я не могу ее открыть без special девайса. Помните, вы играли в Макса Пейна? Помним. Помню, такой хрен забудешь. Да, это какой год тогда был? Я не помню, в каком году он вышел. По-моему, в 2001. 2000 какой-то, по-моему, да. Я даже сейчас посмотрю. Макс Пейн. Кстати, первым мне не так сильно нравился. Но он Но не был неплох. второй был вообще угар. А Так, третий первый. так вообще мне башню оторвал. Да, я вот недавно третьего прошел, но очень крутой. А я все перепройти его еще раз хочу. И в этот мультиплеер вернуться. В мультиплеере там вообще просто от тас, что творилось. Блин. Ну, конечно, он был не настолько крутой, как второй, скажем, В но смысле, он. третий, Макс? Ты что, смеешься, что ли? Он Нет. круче всех вместе взятых. Просто. Нет, мне я про что. У него было самое, вот вообще самое лучшее, что в нем это было. Самое лучшее. Геймплей. это был геймплей, И он была в третьей части стрельба. лучший, Это да. просто вообще услада. Я с тех пор такого хорошего геймплея не видел нигде. От третьего лица, да, скорее всего, нет. Ну, блин, все равно, но офигенно, он шикарный. Вообще, вот Max Payne 4 я вообще в любом случае хочу. То есть вообще любой. Мы тут недавно с Сашкой Маньковым, как недавно, месяца 2 назад, когда записывали, пацаны говорят, который вряд ли уже когда-то выйдет, про Gamescom. И мы там как раз вспоминали про тему, что пошел слушок про типа нового Max Payne, и мы такие, блин, как бы круто было бы поиграть. И что как бы мы сошлись на мнении, что Max Payne именно 4 с продолжением истории нам не нужен. То есть, что в четвертой, в третьей части как бы закончилась история Макса, нужен как это. Вот было бы круто, например, вернуться. Вот помнишь, там это в третьей части были моменты, когда он такой это. Павел? Не в фавелах, а когда он возвращался в эту. Ну, миссия, 4 миссии в прошлом. А, в Нью-Йорк, да. Да, в Нью-Йорке, в Джерси. Вот я бы вот еще вот такого бы посмотрел. А вообще еще лучше просто переиздание Макс Пейна 2 или Да. 1 на движке третьего. Да, вот. Это вообще мечта. Макс Пейн Редакс, первая, вторая часть. Да, да, Я да. даже посмотрю сейчас Макс Пейн
3. Как этого чувака-то звали, который с ним... Пасос? Пасос, да. Пасос. Можно было про него историю запилить, хотя он не такой уж важный. Не, он как персонаж не особо крутой, на самом деле. Я про это говорю, но... Ну, все равно, хоть какой-то был интерес. Ну, чтобы... Не продолжение, а про Макса. Макс закончился. Макс, все. Да, кстати, в мультиплеере был очень клевый режим, когда вы типа вдвоем со скинами Макс, это, Макса и Пасоса против толпы врагов и реальных типа людей. Это вообще круто было. Да. Я вот хочу вот в этот режим еще вернуться. Блин, ну у меня, я к сожалению не проходил на этом, на лицензии, я играл на пиратке. Ты чё, она уже столько, я не знаю, я уже видел же раз, наверное, 5 или 6 со времен ее выхода, когда она продавалась там чуть ли не за 100 рублей. Ну блин, вот я вот серьезно, я докинул. А я в свое время купил типа за 500 и плюс потом сезон пас там взял. Ну это вообще. Я куплю ее, когда мне один человек деньги за Borderlands отдаст за второй. Это да. Да, и вот тогда. У меня сейчас 81 рубль, я, по-моему, кейс с Counter-Strike продал. Просто я же не идиот, чтобы тратить на это говно деньги. Что, какое говно? На Макс Пейна? Нет, про на Go. Ну, сейчас оно стоит 400 рублей. Mm. А, и тут, кстати, случайным образом мы что-то все это и закончили показывать. Да? Давайте миссию какую-нибудь создадим, что ли? Но, а, Макс не про Макса, круто. Что? Ну это видишь тоже еще назвать потом это Макс Пейн как-то будет вообще не круто, если не про Макса. Ну. Так. Так, и что мне делать? Ну вообще. Complete Edition 649 рублей. Select Object. 650 рублей. Не так что много. Может быть, когда-нибудь куплю. Когда мне деньги дадут. Settings. О, тут, короче, очень весело. Не буду я выполнять, наверное. Вот не буду создавать я, наверное, миссии, обойдусь. Лучше еще поплаваю где-нибудь. Так, и. Может присоединиться к кому-нибудь? Тут эти частушки постят из сектора газа. Прикольно. Да. Ну, ай, хочу, Игор, Егор. Егор-то нет. Егор-то нет, вот именно. Ну, кстати, что у нас выходит в последнее время? Сейчас что выходит? Ну, вообще осенью. Ну, много чего. Так. Я забыл, надо будет пересмотреть календарь релизов. Я, например, очень-очень жду этого Shadow of Mordor. Точно, он когда выходит? 30 сентября. То ну. он ли на ПК, а только через 3 дня на консолях нового поколения. Будет все. То есть, ребята, покупайте на ПК его в магазине play.ru. Да. Как подвернулось-то сказать. Чтобы вам было немножко дешевле, купон на скидку в 5% в описании. А, ну да, еще ставьте лайки, так вы покажете, что мы вам нравимся, так вы поддержите меня, так я новенький стример. Если вы хотите, чтобы я остался на канале, ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы, ссылки тоже в описании, на помидорку подписывайтесь, покупайте игры на Play.ru, купон на скидку в 5% в описании. Пока, Денис, пока, ребят, мне нужно уходить, а во, я надолго запомню то, что ты сказал про сериал. А, ну пожалуйста, можешь тут сколько хочешь помнить. Во, наконец-то я плаваю с чуваками. Так, во, я здоровый с ними. Ну, блин, это что вообще крутяк. Зацените, я сейчас даже сфотаю их. Во, да. Календарь, да. Ребят, давайте это. Давай за мной. Февраль, так, январь. Так, блин, как это нажать-то, блин, это... Во, давай за мной, за мной. Сентябрь 2014. Я сейчас это. Так, Dance Central Spotlight, Destiny 74, Battles of the King Arthur, Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Storm Revolution, Roundabout, Starpoint, Gemini,
Ой-ой-ой. Короче, Vanishing of the of Ethan Carter выходит. А, блин, погоди, как это сделать-то? Сейчас я чуваку покажу, что он клёвый. Шерлок Холмс. Вообще, спасибо. Crimes and Punishment. А, что-то Road Down Bound. Какой-то он-то такси. Так. Блин, вообще, на Сиси Андре-то полюбоваться. Блин, а им этим чувакам-то лучше видно, чем мне. А я не знаю, попробуй к Фену присоединиться. Не-не, у него там какие-то глюканы. А, нет, в смысле, чтобы не он к тебе, а он сам игру создал? Да-да, я ему про это и говорил. А. А, ну да, вот дата выпуска 30 сентября 2014 года. Вот еще фоточек. Microsoft Windows. Ах, хочу. Кого-кого, что, что ты хочешь? Middle-earth. Ой, вообще, да. Ну, чуваки, обзор будет стопуднёво, вообще. Даже, блин, было прикольно, если бы еще там такой мультиплеер, коопчик был. Не-не, там ничего не будет такого. Это, конечно, я не знаю. Да ты видел, что они там натворили? Там ничего этого не надо, серьезно. Там очень будет... И я прям вижу ее как игру своей мечты. Я в нее буду переигрывать просто... Ну, раза два-три ее точно перепройду. Вот я прям чую. Вот так, так. Во, все, мы с чуваками поплыли куда-то пугать рыб. Сисяндры. Просят, чтобы я разбанил. Так, как вы относитесь к серии игр про Шерлока Холмса и ждете ли новую часть? Не жду. Отношусь слабенько. Ну, я не знаю. Поиграть можно, если... Ну, как, на безрыбье и рак рыба. Ну, не знаю. Я уже такое использовал, когда говорил про это, про Risen 3. Там вот это... Нет! Ну, то есть игры, в которые лучше не играть. Вот это типа Risen 3, скорее всего... Ой, как чувака колбасит. Вообще просто. Так. Вот это ему хорошо было, наверное. О, господи, все, на ютубе рак начался. Turn left in the area. Рак. Так, давайте искать, где тут есть дублончики и прочее. Так, это что такое? Ой, медузка, ой, прям это звезда такая. Все, потыкаю пальцем. Наживая вообще нет? Наверное, нет. Да... А, господи, я... Разбану не подлежит никто. Если вас забанили, сами виноваты. Нефиг было писать всякую фигню. Вот. Вот, можно потанцевать теперь. Давай, чувак, потанцуй тоже передо мной. Я покажу всем. А, комьюнити терминал. Чё, прости. А, это чувак нашел. Эй, блин, ну вообще это же клево. Я вот просто человек, как не умеющий плавать, мне это все очень дико забавляет. Плавать под водой. А прикинь, с Oculus Rift'ом такой сидишь. Ну, особенно вот тебе тут плавать не умеешь. Вообще норм будет. Да. А я вот не знаю, почему ты не научишься? Я воды боюсь просто. Я тоже глубины боюсь, однако... Не-не-не, я просто, у меня когда по шею, например, воды набрано, я чувствую, как у меня легкие сдавливаются. А, давление. Я дышать не могу, типа. Ну, у меня паника начинает, такой панический страх. Ой, там чувака колбасит. На самом деле, я вот один раз в ночь с друзьями купаться пошел, не то же, как бы, ГВС. Вот, блин, ну, как бояться? Типа, вот, страшно, блин. Ночью купаться. А, я напомнил. Ребята, помните фильм «Челюсти»? Первая сцена ночью. Ой, как это вот так? Ну-ка, можно? Да, ой, хорошо вообще. Picture has saved. Ну, блин, вот так вот здесь вот и веселятся, ребят, понимаете? Я думаю, просто мы еще минут 10 поугореваем сейчас с народом. Да и, в принципе, я говорю, я показал все, что пока здесь есть. И судить как-то пока рановато, но единственное, можно оценить, ну, вот местную физику, механику.
графончик, вот. Ну, все тут очень круто вот в этом плане, но тут нету как такового геймплея. То есть есть исследовательский момент, но тебя никак за него не награждают и прочее. И новые там эти пресеты для одежки довольно дорогие. Так что, в принципе, игрушка клевая, но пока я ее не советую покупать. Вот когда выйдет, там какие-то приключения, побольше локаций, побольше рыб, когда акулы начнут атаковать, когда тут, ну, станет опасно так. Так, как помню, где-то в Project Morpheus, по-моему, была тема, когда тебя как бы тоже как водолаза опускали в клетки, и акула тебя атаковала. Вот если бы тут хотя бы что-нибудь типа такого будет. О, групшот. Интересно. Прикольно, прикольно. Давайте попробуем. Групшот на фоне какого-то... А я даже не знаю, где это. А, вон. Давай. Это будет интересно. А, господи. Рак. Все, начался рак. Головного мозга. Да, мы умеем драться. Нет, я не горжусь этим. Я пацифист вообще, я предпочитаю решать словами. Слухай. Ну, короче, да, пошли, ладно, да. Финиш ит. Так. Да-да-да, блин, камера. Чувак, я тоже оставлю сейчас, погоди. Давай. Давай ему под руки. Блин, как бы ему объяснить, что ему под руки, короче, так встали. Так. Блин, далековато поставил камеру. Ну давай. А, да, кстати, Ведьмак напомнили. Что думаешь о Ведьмаке? Да, думаю, хорошая игра получится, чё. Ну я... Ты предзаказал? Купил? Нет, я, наверное, не буду. Я вторую хочу еще сначала пройти. Ты не проходил? Ну, я вот как-то в свое время ее стопорнул. Она мне... Я просто ее начал играть, когда она только вышла, мол. Она была боговенькая и прочее. Я бросил. Потом... Так, кто не сделал. Ладно. Владимир, я, к своему великому сожалению, не смотрел Twin Peaks. Стоит ли... И вообще твой... стоит. Это один из... Единственный косяк, что это Дэвид Линч, а у него с... так сказать, с объяснениями довольно плохо, но он очень такой крутой. Ну, вот культовый сериал, это надо посмотреть обязательно. Если говоришь, что ты разбираешься в сериалах и не смотрел Twin Peaks, то что-то ты не разбираешься. Блин, прикольно, статуя такая, я не знал даже, что она тут есть. Господи. Странное дерьмо, вот как только начал... Двоих, короче, или сказать, троих забанил, двое мне ВКонтакте написали, что типа, вот, за что забанил. Блин, прикольно, чуваки что-то себе даже напокупали, я смотрю тут. Дай-ка посмотрю, да. Кто-то тратит деньги, даже, деньги. Тут, кстати, есть система, что, мол, покупается... всякие штуки на официальном сайте у разработчика. Ну, короче, можно в Steam, так сказать, это вывести. Так что, да-да-да. Ай, так. А чё? Чё ты хочешь сделать? Чё Пристакович, что? Успокойся, иначе я тебя за спам забаню. Чё-то я не понял, чё мне чувак хочет сказать. Ну, блин, ну тут прикольно, что вот чата нет, надо как-то с людьми общаться. Он тебе что-то вроде хочет сказать, но ты такой, блин, а чё? Я не понял. Но куда-то мне показал, я, короче, за ним поплыву. Ну-ка. Может быть, он мне хочет быть что-то... Может, потому что я девушка? Он мне хочет в скромный уголок куда-то завести. Возможно. Пальцем потыкать. Да-да-да, сволочь. Сейчас я... А, вон, ракушня. Да, ракушечку это не открыть. Ой, темно как. Что происходит? Ну все, завел. Ё, блин, надо, короче, назад вернуть. Блин, вообще темно сейчас такая была, я чуть не обделался. Да, надо вернуться в зону.
Вот, да. Понятно, как они тут все это замутили. Так, ну, собственно, есть там еще какие-нибудь вопросики? Сейчас. Я вроде показал все, сделал все. Да, да, можно танцевать. Никто из них почему-то не потанцевал передо мной, конечно. Сейчас. Рак. А, можно переставить тут же на цифры. Блин, вот это я дурак. Жалко, камера еще только фотографирует. Могла бы начать видео записывать, было бы прикольно. Ай-яй-яй, сколько игра стоит? Это типа рублей 300, что ли. Когда стрим закончится? Перформ, че не. Да вот скоро уже. Окей, no guest advanced. Эй, эй, что тебе надо? Парень, не смотри на меня так. Да все, да, все вообще вот так. Вообще айс. Ну да, как я понял, тут народу очень мало играет пока, и поэтому все как бы друг за друга стараются держаться. И вот этой темы, что типа пригласить друзей и играть только с ними, почему-то вот до сих пор тоже еще нет. Там было в менюшке, мол, синглплеер, мультиплеер, там паблик сервер или френдс-онли. Френдс-онли почему-то не работает. Так, что это, за мной едешь? Ну давай за мной. Ой, вон там какая-то расселена такая. Давайте заплывем туда. Заплыв шмеля практически. Че тут такое светится? Эх. Ну блин, не знаю, ребята, как вам? Мне игра до сих пор не надоедает. То есть я в нее бы еще поиграл даже. Но чувствую, уже потихоньку народ скучает, и лучше все это прикрыть, пока, да, пока да, не опасно. Жаль, давай еще один часок, ну один человек. Еще один человек, один часок? Нет, часок нет. Господи, Пристакович, успокойся, пожалуйста, иначе в бан закину еще одно такое сообщение. Ой. Такого характера. Тебе человек по праву сказал, чтобы ты успокоился, ты начал на него бочку гнать. Сейчас забаню. Вот, еще тут мне еще не нравится. Нету карты здесь. Вот. Я бы хотел бы как бы знать примерно какие-нибудь. Конечно, круто, что здесь этот есть дайв компьютер, но это не особо помогает на самом деле. Тебе все равно куда-то надо плыть. А чтобы как бы ориентироваться на местности, хорошо бы знать, где что находится в пространстве, а не просто в расстоянии. Спасибо за стрим, Владимир. Спасибо за веселый разговор до стрима. Отлично. И по времени стрима, Денис. Лайки вам лайки вам видосы и репосты поверху. Спасибо, дичок. Блин, я что-то не подумал. Надо было сфотаться, как я жемчужинку нашел. Ну ладно. Отлично. Так, надо тогда сейчас просто сфотать, да. Ну-ка, стоп, Пристакович еще не успокоился. Нет, успокоился, ладно. Сериал «На краю вселенной», Фарскейп. Как он тебе и когда выйдет новый сезон? В подкасте что будет? Никогда не выйдет новый сезон, будет фильм. А подкаст еще будет? Подкаст будет, ну, скорее всего, подкаст вернется ровно в тот момент, когда будет «Игромир». Чтобы, мол, как бы... Миша Коллинз. Да, да, ну, как минимум, только ради него можно это вернуть подкаст на один разочек. Так, чувак. Не забудь для меня автограф взять. Да все путем. Чувак, посмотри, там вдруг жемчужинка есть, чувак. Глянь. О, он из Британии, слушай, прикольно. Вот здесь. Раковина. Ракушка, блин, раковина. Юдин Георгий, это ты тот, который... Кто-то там, я забыл, кто тут. Я переписку удалил. Ну это тот, которого я случайно забанил, видимо. Как я отношусь к GTA 4? Нормально. Гамму бы цветовую получше, а не как в Булле. Вот, блин, я что-то подумаю, может правда какую-нибудь превьюшку сделать по этой игре? Почему нет? Пока что. Потом, надо когда будет. Игра выйдет, обзор полноценный. Надо будет подумать об этом, да. Ну, собственно... Ой, дублончик нет, показалось. А, показалось. Черт, просто обосранные камни. Как обычно.
Так, ну, собственно, да, ребят, 20 минут до конца стрима осталось, но мы, наверное, завершим все здесь уже сейчас, потому что я показал, собственно, все, что сейчас есть в игре. Задание, ну, единственное, не показал грамотно этот Mission Creator, но он реально сложновато. Ну, то есть, не то, что сложновато, я не хочу в нем разбираться и делать миссии за разряда с фото 10 рыбок и там найди кувшин с фото его тоже не очень прикольно. Поэтому я оставлю это, ну, если вы захотите сами создать что-нибудь. А так, мультиплеер показал, коопчик показал, все карты доступные показал, рыбок показал, что акулы не кусают, дельфины гогочут. В общем, все замечательно. Надеемся, что когда игра выйдет, будет просто больше всего. И самое главное сейчас, чтобы было разнообразные задания и больше карт. Потому что 6 карт и 2 типа заданий — это не круто. Да. Ну, игра там даже приблизительной даты и выхода пока не имеет. Так что ждем. Собственно, ай, блин, уточек фотографировать. Нет, я не хочу уточек фотографировать. Уточки — это клево. Боже мой. Ну, короче. Просит еще часок. Давайте еще часок. Давайте еще часок. Не, нормально. Всем спасибо, ребят. Это был стрим по World of Diving, прикольному симулятору дайвинга, и он пока что неплохо выглядит, как минимум, но проблемки с геймплеем есть и сильные, и с разнообразием, но это все, как говорится, ранний доступ. Сегодня играл я, Владимир Иванов, весело веселился, подводился, да, и на комментариях сидел Денис Гаврилов. Всем удачи. Да, всем пока, ребят. Пока. Все. Надо как-то выключить. Сейчас, погодите. Лайки ставьте. Да, ставьте лайки. А, блин, точно, что же, голова Садо. Не забывайте, что на канале, помимо стримов и прохождений, есть замечательные вещи, типа Indiego, передачки про инди-игры, где вам посоветуют во что поиграть из инди, ну, если вы увлекаетесь таким жанром, как инди. Также есть игровая лента, где расскажут про новые игры, новые новости, что вообще творится в индустрии сейчас. И, кстати, этот выпуск немного задержится, потому что я сейчас сразу после стрима пойду дописывать текст. Что еще? Быстрый смотр от Мишки Нарица. Если вы там фанат ММО миров, сможете узнать все самые последние известия из Йентова мира. Так, что ты мне куда кажешь? А, понятно. Что еще? А, топ-5. Каждый понедельник вывешивается новое голосование, и в понедельник же появляется видеоверсия итогов прошлого голосования. Так что идите, голосуйте. Там сейчас про лучшую сексуальную сцену. О, блин, надо пойти проголосовать. Так что давайте, не забывайте. Ну, вот теперь точно все, да. Владимир Иванов, Денис Гаврилов. Всем подводных пока. Пока, ребят. На дно! На дно!